Армения выполнила требования Азербайджана, все-таки уже нету армянского населения в этих трех селах, и, насколько я понимаю, вот это открыло возможность организовать ту встречу, которая должна была состояться еще, наверное, в конце июля, в начале августа. Теперь, насколько я понимаю, что будет в этой встрече? У Азербайджана две четкие требования. Первое – это распустить армию обороны Нагорно-Карабахской республики. Мы об этом уже говорили, что по логике Азербайджана это незаконные вооруженные формирования. И по логике Азербайджана заявление 10 ноября предусматривает, что вот армия обороны Нагорно-Карабахской республики должно быть распущена. Думаю, Алиев поднимет этот вопрос. И потом есть вопрос открытия коммуникации, или, как в Азербайджане говорят, Зангезурский коридор. Насколько я помню, где-то 2 недели назад в одном из своих интервью Алиев сказал, что я жду, и у Армении есть несколько недель, чтобы четко предоставить все-таки маршрут этого Зангезурского коридора. Я думаю, что Азербайджан поднимет эти два вопроса, что пора распустить армию обороны Нагорно-Карабахской республики, и что ему нужен коридор, и что четкий маршрут, и что ему нужен коридор. Позиция Азербайджана ясна. То дорога, которая должна связывать Азербайджан с Нахичеваном, должна иметь тот же статус, что и дорога, которая связывает Армению с Карабахом. То есть, если там нет азербайджанских пограничников, нет азербайджанской таможни, то по азербайджанской логике на дороге, которая будет связывать Азербайджан с Нахичеваном, тоже не должно быть армянских пограничников и армянских таможенников. И мы все знаем, что и правительство Армении, и вообще политический класс Армении говорит, что нет, нету ничего общего с этой дорогой, с Лачинским коридором, что в заявлении 10 ноября нету слова «Зангезурский коридор», есть только слово «Лачинский коридор». Да, там написано, что Армения должна гарантировать то есть продвижение товаров и людей из Азербайджана в Нахичеван через Тюнник, но все-таки гарантировать бесперебойное движение и коридор – это разные вещи, потому что сейчас Грузия, например, гарантирует для армян спокойное продвижение через территорию Грузии в России. Я имею в виду и людей, и легковые автомашины, и там грузовики. Но, понятно, это не означает, что для Армении есть какой-то грузинский коридор, чтобы связываться с Россией. То есть, понятно, что Азербайджан будет требовать эти две вещи. Насколько я понимаю, правительство Армении сначала будет сказать нет, но потом посмотрим, что будет. Я не исключаю, что Азербайджан опять прибегнет к военной эскалации, чтобы заставить правительство Армении и через правительство Армении, правительство Нагорно-Карабахской республики уйти уступки и по этим вопросам. То есть Нагорно-Карабахской республики, чтобы согласиться на распущение армии обороны Нагорно-Карабахской республики и чтобы заставить, чтобы правительство Армении все-таки согласилось на открытие коммуникаций по условиям Азербайджана. А мы знаем, что 4 августа премьер-министр Армении сказал, что то есть он дал задание службе национальной безопасности и пограничным войскам открывать три пропускные пункты с Азербайджаном. Это около армяно-азербайджанской границы, армяно-нахичеванской границы в селе Ераз, и две пропускные пункты на армяно-азербайджанской границе. Это около Келваджар-Сот и еще Кубатли-Горис, Кубатли-Сисян. То есть это три пропускные пункты Армения собирается открывать, но там четкое заявление, что эти контрольно-пропускные пункты, да, азербайджанцы могут этим воспользоваться, но там будут действовать все те же законы и нормы, которые действуют во всех других пограничных пунктах Евразийского экономического союза и Армении. То есть там будет и таможенный контроль, и паспортный контроль. То есть Армения делает шаг, что окей, говорим про открытие коммуникаций, вот я готов. Я открываю коммуникации, нету никаких проблем. Азербайджанцы спокойно могут войти из территории Азербайджана в Армению и потом попасть в Нахичеван. Но они должны пройти паспортный и таможенный контроль. Насколько я понимаю, идея в том, что если Азербайджан отказывается и говорит, нет, мне нужны специальные условия, или я хочу иметь дорогу, где не будет ни паспортного, ни таможенного контроля, тогда теоретически Армения хотя бы может сказать, окей, тогда я хочу иметь сообщение с Ираном через Нахичеван, тоже без паспортного и таможенного контроля. Если вы хотите Зангезурский коридор, тогда сначала давайте создадим Нахичеванский коридор, и армянские товары и машины пусть войдут в Нахичеван, а от Нахичевана в Иран без каких-либо паспортных и таможенных контролей. То есть здесь все-таки
Думаю, что очень много разногласий. Но я опять не исключаю, что все-таки главный козырь сейчас у Азербайджана это то, что Азербайджан чувствует, что все-таки военное превосходство на стороне Азербайджана. И они наверняка надеются, что через очередную новую военную эскалацию они могут хотя бы попытаться заставить власти Нагорно-Карабахской республики идти на распускание армии обороны Нагорно-Карабахской республики и, наверное, заставить правительство Армении соглашиться на их понимание вот открытия коммуникаций. Но посмотрим. Так что я не думаю, что будет какой-то перелом 31 августа, и в Армении мало кто на перелом надеется. Но вот что есть опасение, что поскольку и Армения отвергает требования Азербайджана по так называемому Зангезурскому коридору, и Нагорно-Карабахская республика отвергает требования Азербайджана по распуске армии обороны Нагорно-Карабахской республики, то здесь есть, я не могу сказать опасения, но есть, так скажем, экспертные оценки, что наверняка Азербайджан попытается еще раз пойти на военную эскалацию, чтобы таким образом заставить и власти Нагорно-Карабахской республики, и власти Республики Армения предпринять азербайджанское интерпретирование заявления 10 ноября.